Всем привет, ребята, с вами Уфимский Кинг, и мы с вами приступаем к распаковке экшн-камеры, которую я купил позавчера. Поехали открывать. Ну что, ребят, приступаем к распаковке нашей экшн-камеры. DJI Pocket 2. У меня последняя версия Pocket 2. Комбо-набор. Богатый набор, будем об этом говорить. Ну, давайте посмотрим, какие там у него богатства в этой коробке находятся. Хороший нож. Советую всем. Ссылку оставлю в описании. Все распакование. Вот так она выглядит. Поехали дальше. Открывать и рассматривать. Надеюсь, у меня крадет слышно, ребята. Напишите в комментариях, потому что я снимаю без микрофона. Ну что, готовы? Чтобы вам было хорошо видать, я положу сюда ножик, чтобы она не закрывалась. Ну что, вот такая комплектация. Ну, начинаем. Так, наверное, достанем вот эту коробочку. Достаем вот эту коробочку. Я пока не знаю, что она тут находится. Ну ладно, сегодня не в этом. Посмотрим потом. Так. Как я понимаю, вот это сама камера. Ну, посмотрим. Пока достанем все, а потом будем смотреть. И все. А по нему говорили, что комплект не будет большая. Странно. Это документация. Как я понимаю, ну, мы тоже это проверим. А камень, вот и все. Ага. Вот как упакование, все. Так.
Так. Первый бокс. Это, наверное, USB. Кнопка для включения, по-моему. Ну, это, наверное, динамик большинство. Скорее всего, да. Так, потом идет дальше. Вот этот бокс. Это для, кстати, штатива. Также для зарядки, вот. Это у нас идет как бы мини-штатив. Мини-штатив получили, как я понимаю. Да. Вот его резьба. Это тоже под штатив. Маленькая крышка. Ну и все, в этой коробке больше ничего нет. Ладно, переходим к другим коробочкам. Вот эти я положу вот так, чтобы было видно. Так, это документация, наверное, не будем ее пока доставать. Потом прочитаем. А лучше всего делать своими руками, все угадывать, и как. Так, штатив. Ну все, открываем вот эту коробочку. В данный момент не хватает еще одной линзы и не хватает переходника еще нам. Ага. Вот как раз тут она и есть. Да, это зарядка, по-моему. Так, вот линза дополнительно, шилик для расширения камеры. Потом дополнительный ремешок. А это, по-моему, для микрофона, как понимаю. Но она мягкая, значит, для микрофона. Такой пакетик. Там внутри тоже есть. И это переходник. Вот еще две штуки. Тоже переходник. Один. И вот это, оказывается, вот в этом пакете, оказывается, и есть ошейник. Вот. Так, эту коробку мы разобрали, а теперь давайте посмотрим вот эту. И потом в следующем видео будем уже разбирать, как она работает и как она вообще действует. Вот сама камера. В таком боксе она запечатана, ну, закрыта. Даже входы какие-то есть. Для этого. Тоже для штатива. Ну, давайте ее достанем, посмотрим.
Кучку. Ну, Кудрявому, будем так говорить. А вон сама камера. Упаковано, конечно, хорошо. Ладно, в следующем видео будем разбирать, как она работает и как ее включать. Всем спасибо, всем пока. Рекомендую ДНС. Делайте покупки только в ДНС. И вот эту камеру советую всем, кто начинает только свои блоги. Всем до скорого. С вами был Ушимский Кинг. Всем пока.